продолжу более узко, если опора на какие-то существующие данные, вот о том, что такое когнитивный резерв и как он связан с тем вопросом, который мы обсуждаем, но одним из таких самых острых вопросов профилактики деменции. Но прежде всего я хотел бы подчеркнуть, что деменция и болезнь Альцгеймера, например, это разные вещи. Деменция – это синдром, изменений в памяти и в мышлении, глубоких изменений, которые при разных заболеваниях, в том числе при болезни Альцгеймера возникают. И я буду говорить о профилактике и о снижении риска болезней. Это невозможно, как мне кажется, с точки зрения молекулярной биологии, биоинженерии, а профилактики именно возникновения стойких когнитивных нарушений. Вот какие существуют данные по этому поводу, и вот я буду опираться на эту концепцию когнитивного резерва, согласно которой когнитивный резерв – это вот такое закономерное сочетание некоторых факторов, группы факторов. Первые факторы достаточно жесткие, которые мы не можем никак изменить, мы должны с ними смириться, но обязательно их учитывать. А вторые – это вот те гибкие факторы, на которые мы можем опираться при различного рода профилактических и коррекционных программах людей, которые входят, условно говоря, в группу риска по деменции. Когнитивный резерв – это одна из составляющих, ну, можно так сказать, психологического резерва, куда входят и мозговые некие факторы, о которых уже в первом докладе было сказано. Если не очередно мозговых травм, то вот факторы скорейшего. И чисто личностные факторы, о которых Лена сказала, обозначены как салютогенез. Здесь они у меня обозначены как резилентные факторы или буферные факторы. Я привожу примеры: оптимизм, жизнестойкость, конструктивные буферные стратегии. Вот все это входит вот в этот салютогенез. И эта концепция развивается с 80-х годов 20 века. Это огромное количество исследований, которые я сейчас обобщу и приведу. Они на модели деменции при ВИЧ-инфекции, на модели, так сказать, то, что раньше называлось ранее слабоумие, сейчас называется шизофрения. И, естественно, болезнь Альцгеймера, другие формы деменции при других заболеваниях. Это будет сейчас обобщенная такая картинка, но в целом больше всего исследований касаются Альцгеймера, Паркинсона и смешанных форм, включая смешанных сосудистых деменций. Вот какие биологические факторы входят в состав когнитивного резерва? Ну, биологические факторы, биологические – это размер головного мозга. Сейчас существуют технологии математического моделирования, которые способны рассчитать объем и количество нейронов. Это, как уже было сказано в первом докладе, я повторю, не буду останавливаться подробно, наличие или отсутствие травм головы. И вот гибкие факторы биологические – это образ жизни, физическая активность. Я поясню, пока только перечислю. Это пока только номинации, то есть это факторы. Как они между собой связаны, я поясню. Обогащенная среда, физическая активность, как мы знаем, стимулирует нейрогенез в гиппокампе, а обогащенная среда, даже на ранних стадиях эндогенеза, она вот эти шипики увеличивает количество международных связей и так далее. И самое главное, то, что касается нашей темы, темы деменции, это способность функциональных систем головного мозга к перестройкам и компенсациям по, например, механизму викариата, то есть когда другие структуры головного мозга берут на себя функции тех структур, которые повреждены клетками Альцгеймера. Ну, например, как мы знаем, в первую очередь повреждают систему мозготочной области, вторые и ближайшие подпорки. Ну, предположим, данного конкретного пациента правом повышают. Если пациент, его онтогенез таков, что у него хорошо развиты функции теменных отделов левого полушария, вот они могут теоретически
взять на себя эти функции. И тем самым когнитивные нарушения, связанные с повреждением теменных отделов, будут выражены меньше. Как это конкретно происходит, я поясню. Психологические факторы. Сюда входит, естественно, уровень интеллекта, особенно на ранних этапах развития. Имеется в виду диагностированный уровень интеллекта на ранних этапах. В Соединенных Штатах диагностика интеллекта проводится еще в школе, и вот брали людей, у которых высокий уровень интеллекта в первом классе был, и показано, что чем он выше, тем ниже риск возникновения старческого заболевания. Личностные факторы, например, у лиц с высоким нейротизмом чаще возникают спутанность, психотические симптомы в виде бреда малого размаха и так далее в позднем возрасте. Психотравмы, хронический стресс, то, что уже было сказано в середине нашего сегодняшнего заседания. Было показано, что много маленьких хронических стрессов, наоборот, закаляют личность, а хотя бы один, вообще говоря, начиная с двух, травматический стресс, то есть какие-то серьезные психотравмы, они значительно вот этот ресурс истончает. Это жесткие факторы, я подчеркну, то есть то, что нельзя контролировать. Если вы являетесь свидетелем ДТП, в котором погибает человек, у вас может развиться посттравматическое стрессовое расстройство, и вы ничего с этим не сможете сделать. К гибким психологическим факторам относятся когнитивные нагрузки, но я хочу подчеркнуть к слову о задачках, что задачки сами по себе изолированы. В исследованиях, которые были проведены, показано, что нет. Если постоянно считать и только этим заниматься, то риск деменции не снижается. При каких условиях он снижается, я сейчас скажу. Индивидуальное увеличение досуг. Риск деменции снижается до 38% у лиц, которые постоянно находятся в таком активном образе жизни. Уровень образования. Это, опять же, подчеркну, как бы считается изолированный такой фактор, потому что IQ, он отдельно ранее диагностированный, а вот уровень образования, он отдельно, вот в цифре, чтобы было конкретно понятно, риск деменции уменьшается в больше, чем в два раза у лиц, у которых образование выше 8 классов. Социальные факторы жесткие. Это профессиональная деятельность, ну, какой человек выбрал, вот он с этим и живет. Связанная с приобретением и реализацией неких коммуникативных навыков. То есть люди, которые общаются постоянно, у них риск деменции меньше. Социальная сеть и депрессия, при том когнитивном снижении, эти исследования показали, что те, у кого выше социальная сеть, они меньше страдают депрессии. А депрессия, как известно, это фактор не только хронификации мягкого когнитивного снижения, но и приводит еще и к собственному старческому слабоумию. Социальная сеть и деменция было показано не только через этот промежуточный фактор депрессии, но и как прямой фактор. И именно коллективные формы досуга также снижают риск. Это вот, посещение друзей и родственников, волонтерская деятельность, игры, курсы. Но сам по себе социально-экономический статус роли не играет. Сам по себе. Низкий он, высокий, это не имеет значения. И вот как выглядит эта модель сейчас. Посмотрите на этот график. Лица с высоким когнитивным резервом, то есть у кого много всего того, о чем я написал, у них мнестико-интеллектуальное снижение начинается позже, вот там, где излом вы видите, да? В отличие от тех, у кого, посмотрите на красную линию, это резерв ниже. Обратите внимание на угол излома. У людей с низким когнитивным резервом медленное нарастание когнитивных нарушений,
что приводит к утяжелению состояний и более поздней диагностике. У людей с высоким когнитивным резервом деменция наступает быстро и резко, и сразу она характеризуется именно такой классической формой слабоумия. Для чего все это нужно? Начну с того, что, уже подводя итоги, скажу, что действительно исследования показали, что существует достаточно большая группа пациентов, у которых есть и высокий риск болезни Альцгеймера, и вот эта генетическая предрасположенность, и наличие белков и других генетических биомаркеров, связанных с этой патологией. Но тем не менее, которые не достигают степени вот этого глубокого когнитивного дефицита, который, как уже было сказано, не доживает до него. И вот когда когда начали изучать этих людей, вот, обратили внимание на те факторы, которые я перечислил, и вот их специально изучили. Теперь в заключение скажу, для чего же это все-таки нужно. Ранняя диагностика и раннее вмешательство. Вот вопрос, который вы задавали, да, зачем нужна ранняя диагностика? Я считаю, что ранняя диагностика нужна для того, чтобы правильно разрабатывать препараты, в том числе для правильного конструирования, дизайна, исследований и апробации препаратов. Потому что уже недавно особенно ярко это было сказано, но это уже стало достаточно понятно и в конце 20 века, что просто неправильные проводят клинические испытания для препаратов против деменции. Потому что они все проводятся на лицах с уже диагностированной деменцией. Нельзя восстановить умершие клетки. Нельзя умершего человека оживить. То же самое, какие бы хорошие препараты ни были, они не восстановят это все. Поэтому они неэффективны. Но если правильно подобрать группы в рандомизированном, в том числе двойном слепом контролируемом исследовании, в которых будет высокий риск не только по биомаркерам, но также и по степени выраженности когнитивного резерва, а сейчас в эти группы апробации препаратов входят и те, и другие. Мы видели на графике, что если это разные люди, у них и разный риск собственной деменции. Если уравнять по этому критерию, то наверняка те препараты, которые уже были открыты и были апробированы на животных моделях, то есть на мышах, показали свою эффективность там. Почему они не работают на людях? Во-первых, потому что неправильный дизайн. Это уже совсем больные люди. А даже если мы возьмем группу риска, то это, мы должны ее уравнять именно по этому критерию. И тогда, возможно, часть из этих препаратов, не работающих, сейчас заработают. И, соответственно, я еще здесь покажу просто этот слайд. Вернусь к тому, что не буду комментировать, существуют научные данные о том, что дыхательная гимнастика, аэробные упражнения, это танцедвигательная терапия имеет отношение. Последнее, что я скажу, во-первых, то, что нейрокогнитивные больные с мягким когнитивным снижением неэффективны, потому что они изолированы, а эффективны только в том случае, если нейрокогнитивные тренинги включены в такой игровой формат в виде компьютерных игр. Почему? Потому что там задействованы все психические функции, и получается эмоциональная обратная связь. Эмоциональная обратная связь включает подкорковые структуры, активирует их, которые страдают в первую очередь в любых формах деменции. Про препараты я сказал. Все. Благодарю за внимание. Thank you.